Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей, и сегодня мы будем с вами учиться рисовать стрелочку. Для меня есть самый простой способ, и который мне очень нравится. Мы будем сегодня использовать. Одну стрелочку я нарисовала. Сейчас я вам покажу, как это было. Будем мы использовать с вами карандашик Makeup Eyes. Он у нас мягенький, специально для глаз. И будем использовать, в принципе, можно использовать любую. У меня от буржуа подводка в кисточке. Итак, первое, что мы делаем, это делаем наметочку, как я ее делала. Мы делаем продолжение нашей линии от нашего нижнего века, чтобы было удобно. Я рисую продолжение. Той длины, которая мне нужна. Затем я просто соединяю. И закрашиваю. Вот мы сделали с вами наметочку. Теперь я беру нашу кисточку и по нашему примеру аккуратно провожу. Оттягиваем еще вперед. Она у нас должна к нутру, чем ближе туда, тем она должна быть у нас тоньше и тоньше. Вот такая стрелочка у нас получилась. Достаточно просто и красиво. В принципе, также у другого визажиста, которого я училась, я нашла этот способ, он мне более подходит. Это я уже смотрела у кого-то и пробовала сама, и мне понравилось. То есть достаточно просто, чтобы не ошибиться. Вообще, у профессионалов они рекомендовали так, что нужно смотреть прямо, да, и... То есть у нас на глазах очень много складочек, и важно, чтобы эта наша стрелка не попадала в складки. То есть сначала мы смотрим прямо, мы ее рисуем как раз таки под складочками, да? А потом уже с вами мы ее закрашиваем. Вот. Но мне подходит, если вам подходит и не попадает стрелка на складки, то вы можете использовать тоже этот метод. То есть просто продолжение. Раз. И сравняли, как вам нужно. Также можно вальировать ее тонкое или толстое. Вот. Надеюсь, было вам полезно. Это быстро и просто. Если понравилось, ставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы еще не подписаны. С вами была Селена Свей. До новых встреч. Пока-пока.